Всем здравствуйте, меня зовут Антон Соркин, а это выпуск большой спортивной программы. Начнем. Из года в год профессиональные команды Красноярска приучают нас к определенным сюрпризам. Если в прошлом сезоне это были волейболистки Енисея, то в этот раз награду открытия года без сомнений можно присуждать девушкам баскетбольного клуба. Не в обиду хоккейному «Соколу». Подопечные Ольги Шунекиной пробились в полуфинал и теперь претендуют на медали чемпионата России. Женская команда баскетбольного «Енисея» выходит на тренировочный паркет спустя два дня после победы в четвертьфинале. Настроение у девушек приподнятое. Сейчас спортсменки, по сути, переписывают историю всего красноярского баскетбола. Команда себя чувствует прекрасно. Команда на подъеме, команда радостная. Команда, ну, как бы все понимают, чего мы сумели добиться. И все понимают, чего мы можем еще добиться. За выход в полуфинал сибиряшки встречались со Спартой НТК. Заведомо соперник располагал более сильным составом. Но Енисей не дрогнул и выбил подмосковных баскетболисток из борьбы за медали. Но это было непросто. Выиграв первый матч в Видном, красноярки уступили на последних секундах ответный поединок на своем паркете. Все решилось в третьем матче, где Енисей завершил начатое. Очень тяжелые игры, и реально требовали, и я не знаю, как девчонки справлялись с этой ситуацией. Мне было очень сложно, я не могла спать, я не могла есть толком. Вот, я очень переживала, допустим, то поражение домашнее во второй игре. Вот, поэтому. Ну, а потом, естественно, такая вот последние тут пара дней такая эйфория. Сначала думаю, ну, неужели вот такой сезон, что все получилось. А начался сезон для Енисея не так уж радужно. В декабре команда из-за травм теряет двух центровых. Ситуация аховая на тот момент. Когда два центровых у нас вылетели прямо практически один за другим в течение там одного-двух дней, то тогда уже маленько так была паника в голове, потому что все команды подписаны уже, и время декабрь на дворе, и найти игрока, ну, было бы очень, наверное, тяжело. Но все же в такой сложный период команде улыбнулась удача в виде Натальи Анойкиной. Баскетболистка после 7-месячного перерыва решила возобновить карьеру и сделать это в родном клубе. Форму пришлось набирать в кратчайшие сроки. Здесь помогли партнеры по команде. Мне было тяжело, потому что девчонки все очень хорошие, очень адекватные. И со всеми сразу нашли общий язык, и каких-то особенных сложностей не было. Именно дружный микроклимат в команде, по мнению самих игроков, позволил Енисею добиться нынешних результатов. Успехи баскетболисток вдвойне приятнее осознавать при возросшей конкуренции в чемпионате. Я, если честно, сейчас слово даже подходящее не могу подобрать, насколько было тяжело. Особенно непростые выдались полуфинальные игры со Спартой. Но мы сейчас на подъеме, и усталость не замечается. Может, поспешу, но я скажу, что да, мы показали, наверное, я думаю, практически свой максимум. Я не знаю, понравится это болельщикам, не понравится то, что я говорю. Все хотят всегда больше, я хочу больше, я немножко реалист все-таки. Вот, мы будем стараться биться. Естественно. Вот. Но, наверное, сезон, да, он получился удачный как в премьер-лиге, так и в Еврокубке. Из четверки полуфиналистов Енисей выглядит явным аутсайдером. У ГМК «Надежда» и Курская «Динамо» обладают недосягаемыми для Красноярска бюджетами. За выход в финал чемпионата России сибирячкам предстоит встретиться с сильнейшей командой Европы у ГМК. Ко всему прочему, из-за проведения в Красноярске экономического форума в городе на время полуфинальной серии до двух побед арена «Север» будет занята. Поэтому два матча красноярки проведут на Урале. Одна-то будет домашняя, я надеюсь. Пока мы договорились, что переносим вторую игру на поле соперника, но я надеюсь, что будет третья игра на поле Красноярска. Лично мое мнение, я, слава богу, пока ни команда, ни тренера не слышат, что на сегодняшний момент провести серию из трех матчей на таком эмоциональном уровне с командой видно. Я думаю, что девчонки просто психологически будут не готовы к серии с УГМК, да, потому что, ну, уж сильно много эмоций и сил эта серия выдернула. Поэтому лично мое мнение, нам надо сейчас спокойно к этому отнестись, сыграть, наработать свои моменты и готовиться к матчам уже за третье место. Перед стартом этого сезона мы как-то задали вопрос Ольге Шунекиной. Можно ли в баскетболе Енисею попасть в призовую тройку, как это сделали волейболистки в прошлом сезоне, не имея в своем составе звезд? Ответ был таков. Это нереально. Но все же, как показало время, нет ничего невозможного. Ну а теперь переходим к футболу. До старта чемпионата мира, который в этот раз примет Россия, остается чуть больше трех месяцев.
Команды распределены по группам. Известны даты всех матчей. Также определены и судьи, которые будут обслуживать игры Мундиаля. И впервые с 1938 года на чемпионате не будут работать английские арбитры. Зато российская бригада во главе с Сергеем Карасевым получила приглашение на главный футбольный турнир. Я думаю, что не только для российского футбола победа. Это победа вообще для мирового футбола, потому что Сергей сегодня находится в элитном списке арбитров ФИФА, а это, надо сказать, достаточно знаковый список. И то, что Сергей и его бригада будет работать на чемпионате мира, это говорит об очень многом. Конечно, это очень радостное событие, безусловно, и нам бы хотелось, чтобы бригада российская проводила как можно больше матчей, как можно более высокого уровня. Ну и кто знает, дай бог, чтобы сложилось так, чтобы им доверили отсудить финальный матч. Почему нет? Надо сказать, что Сергей прошел очень тяжелые испытания, потому что вплоть до того, что некоторые из них были, называются, испытаниями на выживание. Потому что достаточно большая группа равных примерно по силам, по возможности, по потенциалу арбитров со всех континентов, со всех конфедераций принимали участие. И, насколько я понимаю, мы с ним беседовали на эту тему, перед ФИФА стояла очень сложная задача отобрать лучших из лучших. И не надо думать, что Карасев попал сюда потому, что он представляет Россию, а Россия хозяйка чемпионата мира и так далее. Нет, это прежде всего его заслуга, это его работа над собой. Хочу сказать, что был очень серьезный анализ со стороны судейских структур ФИФА. Они наблюдали не только за теми матчами, которые он проводил на международном уровне, они наблюдали еще и за ходом нашего национального чемпионата. И, наверное, то событие, которое произошло, ну, хочется салютовать, конечно, но, наверное, все-таки главная задача состоит в том, чтобы не сегодня выполнять залп из 20 орудий, как это называется, а дождаться вот окончания чемпионата мира и посмотреть, как отработают наши ребята. Хочется верить, что это будет очень высокий уровень, что это будет достойная работа. И, наверное, еще что самое важное, на мой взгляд, чтобы с этим чемпионатом не закончилась карьера наших судей и ФИФА, и УЕФА. Чтобы и на следующие знаковые турниры, такие как чемпионат Европы, как чемпионат мира, мы тоже имели своих представителей. Как скоро станет известно, какие матчи будет судить Карасев? Ну, это трудно сказать, потому что назначение, конечно, будет происходить непосредственно перед началом определенных соревнований, определенных этапов, поэтому сейчас говорить трудно. Но и то, что он не будет судить национальную команду России, это совершенно очевидно. Посмотрим, какие матчи будут. Потому что хочу сказать, что все игры, которые будут проходить, они по-своему сложны и трудны. В Красноярске состоялся уникальный волейбольный матч. Его участниками стали мировые звезды спорта. Александр Семин, Александр Меньков, Роман Черных. Шорты с кроссовками надели и мэр города Сергей Рёмин с исполняющим обязанности министра спорта края Сергеем Алексеевым. Для участия была приглашена и съемочная группа «Афонтово Спорт». Смотрим. Столь звездный состав участников в Доме спорта имени Дворкина собрался в честь старта ежегодного волейбольного турнира имени Алексея Грошева. Дима, звезд много, игроков много. Как играть будем? Какой формат? Ну, во-первых, поделят примерно одинаково. У нас получается 6 человек волейболистов, по 3 профессиональных волейболиста будут в команде. Остальные у нас участники матча будут добираться слепым жребием и команды профессиональных игроков. А, в общем, еще состав команды неизвестен, да? Конечно, это до последнего остается таким сюрпризом. А пока матч не начался, подойдем к нашим звездам и узнаем, насколько хорошо они знакомы с волейболом. Волнение-то есть? Волнение? Да, ну, естественно. Александр, как вы, давно играли в волейбол? Да вот пару дней назад. Пару дней назад? Ну, мы играем, собираемся группами. Как думаете, сегодня у нас есть шанс выиграть? Исключительно для победы приехали. Приехали, сюда. Да? А вот Роман, что-то не знаю, уверенности я не вижу в глазах. Почему? Игра... Вопрос об этом даже и не стоит. Главное, чтобы игра понравилась зрителям. Я хочу еще к одному человеку подойти, наверное, самый звездный у нас. Александр, можно пару слов? Александр, ну, так как вы играете в хоккей, наверное, у нас никто не играет в Красноярском крае, а вот в волейбол как вы играете? Увидите. Но вы часто играете?
Ну, бывало играли, но не часто. Когда время есть свободное, когда играем в команде. А так, профессионально, скажу я. Клюшку с собой не взяли сегодня? Нет, мне какую-то обещали дать. Ну, я надеюсь, у нас сегодня все получится, да, команда звезд собрана. Но это не весь состав еще. Здесь у нас... А кто у нас еще будет играть? Кто у нас в команде еще? Не знаешь? Нет. Ром, что ты не проснулись мы еще? Ром, я просто хочу сморозить, не могу. А, сморозить? Ну ладно, будем готовиться, сейчас парад открытия. Если состав команд пока еще предстоит узнать, то имена капитанов уже известны. С одной стороны, мэр города Сергей Еремин, с другой, исполняющий обязанности министра спорта края Сергей Алексеев. Это, конечно, не такая схватка с жизнью, не на жизнь насмерть, да. Это как раз схватка дружеская, которая показывает единение. Вы будете капитаном одной из команд, кричать будете на всех остальных? Как игра пойдет. Как игра пойдет, да? Здесь жарко уже становится. Ну а пока все складывается вполне дружелюбно и без травмы, делаем совместное фото. И начинаем тянуть жребий. Сейчас нечетные. Уходят номера Сергея Васильевича. Четные. Будут обозначать. Поэтому вытягиваем. Тренера Сергея Алексеева. Четные. Это кто у нас? По итогу жребия участники распределились следующим образом. За команду мэра выступят чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков и двукратный чемпион мира по хоккею Александр Семин. Также в их составе можно было увидеть главу кросс-спорта Валерия Черноусова. Я же вместе с Романом Черных был делегирован в банду министра спорта. Но на нашей стороне был козырь в виде двух центральных блокирующих Енисея Дмитрия Жука и Ивана Панычева, а также либера Александра Янутова. С этим парнями можно горы свернуть. Участники поделены на команды. Теперь осталось узнать, кто в нашей команде, в команде министра спорта, аутсайдер. Для нашей команды матч начался сверхнеудачно. Наверное, сказался предматчевый мандраж. Все же не каждый день приходится играть против мировых звезд спорта. Стартовый отрезок провален. К первому техническому перерыву соперник вел 8-3. Я же, в свою очередь, ждал шанса выйти на площадку. И вот он настал. Но без шлема выходить не рискнул, учитывая, что Александр Семин орудует хоккейной клюшкой. Когда было 7-3 где-то или 8-3, ушли 11-10. Главное было поменять министра, оказывается. Шутка. Давай, ребят, держим. Ровно! Никто не хотел уступать. Борьба шла за каждое очко. А когда стало совсем тяжело, пришлось прибегнуть к запрещенному приему. Сесть на плечи Ивану Панычеву. Наша команда первым преодолела рубеж в 25 очков. Но главный судья сказал: играем до 30. Было непросто, но команда министра спорта оказалась сильнее. Победила дружба, поэтому все отлично. Зрителям, я надеюсь, понравилось все. Ну, я думаю, да. Я тоже надеюсь на то, что обиды никакой не будет. Нет. И в будущем будем писать интервью, встречаться также. Спасибо, конечно. Александр, спасибо за хорошую игру. Классно играет. Вот, блин, лучше волейболистов. Александр, можно у вас автограф взять? Я хоть против вас сейчас играл. Не помню. Не помните? Расстройства нет у вас? Никакого. Ну, вы хорошо играете. Спасибо за игру. Спасибо.
хочу поблагодарить нашу команду, всех ребят и команду соперника. Борьба упорная. Всего лишь 2 очка разделили победителя. Так что здесь нам сегодня удача улыбнулась за счет сплоченного коллектива и поддержки болельщиков. Кого могли бы выделить в стане соперника? Ну, думаю, что объективно Саша Миньков. Это да, это прям зверь. Молодец, забил важные мячи, так прям молодец. Да. Ему, можешь его в волейбольную команду как-то? Может быть и так. Переквалифицировать? Может быть и так. У мужиков-то так-то, что-то кризис в этом сезоне был. Ну, будем надеяться, что будет получше в следующем году. Вам тоже спасибо. Это наш капитан. По окончанию гала-матча каждый желающий смог сфотографироваться или взять автограф у участников. Как вы думаете, кто же больше всего пользовался популярностью у горожан? Александр Семин? Александр Миньков? Роман Черных? Или волейболисты профессиональной команды? Я вот тоже думаю, кто же из них занял 2-е место? Любите спорт. Пока. Такого еще не испытывал. Прям вообще. Ох, какие вы все прям молодцы. А. За кого болели-то? За нас болели? За нас. И как игра вам? Хорошо? Прям это. Но мы сегодня их порвали просто.